Всем привет, с вами Андрей Сонар. Спрашивали, отвечаем и показываем. Ронин — это новая байдарка, сделанная из двухстенного материала, который народ называет аэрдек, но на самом деле аэрдеком это называть неправильно, потому что аэрдек — это конкретно надувная палуба. Но материал тот же самый, и сейчас мы эту байдарку увидим в действии. У нас две основные байдарки из аэрдека. Одна из них самурай, которая на самом деле не байдарка, а каноэ. То есть у нее вертикальный борт, и она предназначена для того, чтобы грести по канойному, то есть одиночными веслами вдоль борта. А Ронин — это именно байдарка с хорошо такими разваленными бортами. Очень быстрая, очень вместительная, очень удобная. И сейчас мы ее надуем и прогуляемся по воде. И вам все покажем. Погнали! Много полезно приехать, да? Нормальный такой. Модный цвет. Не вышел, но... Чё? Не, нас лучше, только мы, наверное, не на воде еще. Я на воде? На воде. Да, ты на воде. Еще нет. Да тут сразу более-менее глубоко. Да? Только кувшинки мешаться будут. Очень быстрая, очень быстрая. Быстрее веги точно. Я вот не успеваю зум на камере делать. Они уже почти весь водоем поперек проскочили. Ронин имеет классическую форму дори. Это значит, что идет на узеньком плоском днище, разрезая штевнем воду, а при этом широко разваленные борта не дают достигнуть критического крена. Прекрасная скорость, прекрасная курсовая устойчивость. Лодка идет как по струнке, очень быстро. Фактически как спортивная байдарка. А, решили на скорость чесануть прям вдоль всего водоема. Очень быстро удаляется. У меня хоть камера еще из классических с 40-кратным оптическим зумом, и то я за ними не успеваю. Хорошо ушли, очень хорошо ушли. Это метров на 200-300 ушли. Мощно идут, красиво идут. Вот такой он каяк Ронин. Экипаж Петров Никитин. У меня часы что покажут? Они покажут максимальную скорость, покажут. Угу. Этот водоем, он везде одинаковый, понимаешь? Ну, опять же, мы что позиционируем ее? Для гладкого. Тех, кто уже умеет. То есть, когда мне звонят и говорят: о, я хочу Ронин. Отлично. У вас вообще как на байдарке? О, это моя первая байдарка. Вегу, вегу. Ну, если так, то да. Ну, тогда ничего не надо менять. В общем, если вы хотите байдарку с очень высокой крейсерской скоростью, вместительную, красиво выглядящую, обратите внимание на Ронин. Для самого-самого новичка она, конечно, может показаться немножко строгой в управлении, но скорость, конечно, фантастическая. 6-7 км в час вообще в полностью отдыхательном режиме – это очень серьезно. Так что рекомендую. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.